Гаяськи, ребята, меня зовут Фалэвиус, и сегодня мы продолжаем проводить красного шарика Ангелочка. Поэтому, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Так, ну а мы продолжаем. Так, ребята, гравитационный уровень, ура, давно я его ждал. Так, опа, ага, кнопка должна быть зажатая, что ли? Вроде же ее нужно было просто нажимать. Да, опа, опа, или как? А ну-ка, подождите, нажали. Опа, да, видимо, кнопка должна быть именно зажата. Хорошо, давайте поглядим. Опа, не, ну туда нам еще не нужно. Так, хорошо, ребята. Хопа. А, мы на ту кнопку просто нажимаем. Да, постоянно. То есть надо вот эти штуки убрать. Опа. 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 А, хорошо. Хорошо, ребята. Все, ну, в принципе, собрали все, что нам нужно. А, там же нужно вот этот валун туда. Его нужно туда. А, в другую сторону его нужно откатить. Теперь мы сами сюда попали. Так, а ну-ка включаем. Опа, все, отлично. Ну же, валунчик. Опа, вот туда его нужно откатить сейчас. А вот те желтые штуки, они нам... А, нет, не тот валун, ребята. Не тот валун, нет. Этот не нужен нам. Оп, оп. Не, этот нужен скорее, но для другого. А, ну, в принципе, смотрите, нормально. Не, это нам тоже нужен, его надо туда закатить, ребятушки. Так, все, нажимаем на кнопочку. Опа. А, ну да, стоп, нужно же сначала на ту кнопочку нажать. Опа. Ну уже, давай, давай, шарик. Опа. Ну, давай, давай, вот туда нам его нужно. Стоп, стоп, стоп. Там постоянно нажимается на кнопочку. Не на ту, на которую нужно. О, все, нажалось, хорошо. Так, теперь на эту нажимаем. Да, уровень будет такой кнопочный, ребята, ну ничего. Все, думаю, будет хорошо. Вот, мы его должны туда сейчас протолкнуть, чтобы он нам служил платформочкой такой. Вот, и тогда уже там откроется дверька. Вот, я думаю, нам одного вот такого блока будет вполне себе достаточно. Так, сейчас это мы лишнее, так сказать, отодвинем. Так, давай, давай, давай. Что ж так плохо тут все? Давай, апа. Ну же, раздвигайтесь. Вот именно для этого, наверное, он здесь и нужен, чтобы раздвинуть вот эти блоки. Так, тут мы просто нажимаем. Это все поднимается. Тут мы прыгаем в обратном порядке. Примерно здесь мы отжимаем эту кнопочку. Так, и все, и идем с обыкновенной гравитацией дальше. Так, все, да, ребята, нам просто нужно сейчас прыгать. А, что? А, он же тоже поднялся. Ведь на всем уровне гравитация меняется. Да, есть, ребята, а там шипы были, смотрите, и тут еще шипы. Хо-хоу, это невероятно, ну хорошо. Так, хорошо, хорошо, ребятушки, хорошо. Так, нажимаем на кнопочку. Опа, аккуратно, тут надо было аккуратно, конечно. Тут можно так и... Опа, попасться можно. Ага, а тут можно уже нажать и... Чух, нет, нет, нет! Так, ребятушки, нехорошо, но пришлось все-таки нам воспользоваться услугами платными, так сказать. Так, опа, ну ничего, это в принципе не страшно. Сейчас нам главное не сглупить и на вот эти монетки упасть. Так, хорошо. Ну, чтобы их нам достать. Опа, все, этого достаточно. Так, погнали дальше. Теперь нажимаем опять гравитацию. И тут нам что? Что тут нам? Опа, так, там еще куча шипов. Это, конечно, не круто, но... Ого. Так, нажимаем что мы? На вот эту кнопочку, да? А, ну тут мы, в принципе, можем и отменить уже гравитацию. Красненькая кнопочка, правильно, да? Да, мы ее отменяем. Ай, нет, мы же ее отменим. И нажмем, получается, на вот эту кнопку. Сейчас. Хопа. А мы постоянно должны на нее. А, вот мы хорошенечко должны на нее нажать. Все, сейчас эти шарики выпадут сюда. Так. У них как бы обратная гравитация, это как бы пузырики, ребята, такие. Опять туда. И опять включаем. Все. Вот. И этот пузырик, получается, открывает нам ход. Отлично. Так, я помню, вот тут было пару монеточек, но эти шипы, они здесь прям поставлены, ну, специально для нас, ребята. Но мы ничего, мы кола четвертые, поэтому все хорошо. Вперед, вперед, вперед. Так, тут тоже гравитация, не просто так, ребят. Тут можно вообще в космос улететь. Да, если очень сильно захотеть, как говорится. Но, опа, мы не очень хотим в космос. Мы хотим просто пройти уровень дальше. И, ребята, две монетки, которые... Фух, которые нам нужно... Да, это было, конечно, опрометчиво. Ну да ладно, зато вот у нас теперь есть щит. И теперь мы можем, ребята, все пройти этот уровень. И на этом все, ребята. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайки. Подпишитесь на канал. С вами был Фалэвиус. Адиос, амигос.